Здравствуйте, дорогие друзья! С вами киберспортивный голос Формулы Zero. У нас сегодня очередной этап Гран-при Вьетнам. Вот так вот совершенно быстро пролетела целая неделя. И мы снова с вами здесь, дорогие друзья, встречаемся на этом канале, уже полюбившимся многим. И следим за тем, как сражаются самые серьезные пилоты российского сегмента в дисциплине Формула-1. Сегодня у нас Гран-при Вьетнам, ребят. Здесь я, к сожалению, не смогу вам говорить, какие повороты, как называются и так далее, потому что являюсь абсолютным невеждой. Но, тем не менее, я надеюсь, что нас будет ждать очень захватывающая гонка и без этого. Что ж, пока ребята выезжают на свои прогревочные круги, давайте посмотрим, как поменялась ситуация в личном засчете и в Кубке Конструкторов. И обязательно дайте фидбэк касательно картинки и звука. Все ли у нас в порядке, ничего ли не прыгает и так далее. Если что, быстренько все поправим, чтобы к гонке уже все было замечательно. Поехали. Как всегда, вот эта картинка нас встречает. Олег Нападовский смог опередить Германа Каламина. Забирает он себе первую строчку. Третий, Андрей Тарабукин, получил дисквалификацию, как вы знаете, во время прошлого этапа. Четвертая позиция, Николай Поляков, хорошую гонку проводил и устроил нам под конец настоящий шоу-тайм, как вы помните. Пятая строчка у Георгия Головинова, шестой Дмитрий Назаров, забирает он себе ее у Александра Костина. Восьмой Медников, девятый Виктор Рябков, десятый Денис Бученков, одиннадцатый Александр Струценко, Иван, о боже, я не смогу это прочитать, ребят, сорян. Загоротнюк на 12-й строчке, 13-й Кирилл Прытин, 14-й Олег Каменев, 15-й Дмитрий Пантелеев, дальше Бобовников, Кисляк, Шалобанов Алексей забрал себе целое одно очко и замыкают наш чемпионат. Это Ярослав Шеварталов и Эдвин Томми, представители команды SimRacers.ru. Теперь давайте посмотрим Кубок Конструкторов. Итак, ATV возглавляет его, 100 очков у этой команды. На второй строчке Поста и Росса, третья. Наши любимые гоночные атлеты Елкина на третьей строчке. Четвертую позицию забирает себе Lada Racing Club, 57 очков у этой команды. На пятой строчке всеми любимая, ну во всяком случае многими любимая, и мной в том числе, Funny Formula, Wombats. Шестая строчка у самых сликов, седьмой Владимир Башмаков Racing, восьмой Вилат Racing Team, девятый внуки Ел... А, сорян, здесь, кажется, опять мы немножечко накосячили, но вы поняли, это все та же самая команда с кибератлетами. Котлетами, да. Десятая строчка SimRacers.ru и на одиннадцатой строчке, ну, вернее, делит, можно сказать, десятую строчку SimRacers.ru, это MFC Racing. Мы возвращаемся с вами. Пишите все хорошо, это замечательно. Я иногда буду поглядывать в чатик, но, сами понимаете, буду стараться следить непосредственно за тем, что происходит на трассе. Промежуточный результат Герман Каламин показывает. Тот самый человек, которого нам так сильно не хватало во время прошлого этапа Гран-при Монцы, уверен, он бы разбавил тот шоу, которое нам устроили ребята. 1.32.8 его результат. Посмотрим, чем будут отвечать ему такие гранды, как Андрей Тарабукин, такие гранды, как Олег Нападовский и так далее. Ха! И очень интересно, что покажет на самом деле еще Поляков здесь на этой трассе. Многие пилоты не любят данный этап, и в принципе их можно понять. Мол, почему им это не нравится. Сейчас, давайте я себе, знаете, что выставлю. Вот это. По крайней мере, на данной, на квалификацию, эта штука очень полезна, ребят. Кирилл Медников забирает себе пятую строчку. Его сразу же смещает с этой позиции, по-моему, Назаров. Назаров, смотрите, как выстрелил и забрал себе вторую строчку. Хороший результат. Сейчас Поляков, по-моему, как раз подъезжает. Да, выезжает он с последнего поворота. 1.33.8. Четвертый результат у этого пилота. Довольно неплохо. Возвращаются пилоты в боксы после своих первых попыток. И вот смотрите, Шалобанов.
тоже проезжает последний поворот. И седьмая позиция отодвигает Кирилла Медникова. Были времена, когда эти два парня конфликтовали друг с другом, но они уже позади. С тех пор, как они объединились, встретились, вернее, друг с другом в Формуле Zero. Топор войны был зарыт. Так, и у нас кто-то ошибается. Последние связки поворотов, это, по-моему, Бученков. Да, это Бученков, или он так сильно отпускал, ребят. Сложно сказать. Но учитывая, что на трассе сейчас ничего не происходит, я даже не знаю, как вас развлекать, ребят, на самом деле. Потому что все явно отправляются обратно за свежими комплектами резины, чтобы показывать все лучшие и лучшие результаты. И вот первый представитель, который, по-моему, выезжает у нас на быструю попытку. Сейчас посмотрим, во-первых, за Кириллом Медниковым. Пока что он идет с улучшением. Давайте пока останемся на Кирилле Медникове, потом переключимся, если что, на Кисляка, который как раз выехал из боксов, то есть он едет на своем прогревочном круге. То есть мы сможем потихонечку так переключаться потом на Кисляка, потом после него, по-моему, едет, вернее, за ним едет Головинов и так далее. Трасса многими нелюбима, и можно понять почему. И точно так же можно обратить внимание на близость отбойников к трассе, да, к дорожному полотну. То есть одна ошибка может стоить всей гонки в целом. Очень, кстати, странно, я не знаю, ребят, знаете вы или нет, но Кирилл Медников является хардкор-геймером, то есть он не просто гоняется, в отличие вот от Олега Нападовского или Назарова того же самого, Германа Каламина, он делает это на высшем уровне, он это делает с умом, и очень странно, что нельзя поставить... Четвертое место! Кирилл Медников! И жалко, что нельзя поставить скин Мома внутрь Феррари, мне кажется, это было бы очень красиво. И я, кстати, вот смотрю на мини-мапу, и Кисляк, по-моему, пропустил как раз Головинова. Давайте посмотрим. Нет, это не Головинов был, секундочку. Это значит Funny Formula. Не Поляков, а Бобовников. Вот, Бобовников отправляется на быструю попытку. Давайте проедемся вместе с ним и будем потихонечку переключаться после на тех, кто движется позади него. Это явно Кисляк и кто-то из команды... Точнее, не кто-то из команды, а это Герман Каламин. За этим будет очень интересно понаблюдать. Также мы видим там представителя команды Vilat Racing Team. Смотрите, какая сумасшедшая прямая. Компания Формула Вамбат здесь просто скрипит по швам. 330 километров выдает двигатель этого болида. Сумасшедшее торможение и шпилька. Дальше тоже небольшая такая, знаете, прямая. Ну, это плавный поворот, я бы назвал. Плавный левый. Очень похож на поворот из Гран-при Сочи. Опасные зигзаги, во время которых может очень неплохо размотать болид и впечатать, приложить об отбойник. И два последних, таких, знаете, острых левых поворота. Финишная прямая и Бобовников. Немножечко улучшает, но этого недостаточно. Переключаемся на Кисляка. Кисляк выстреливает на четвертую строчку. Сразу же. Дальше, по-моему, Назаров едет. Нет, это Шалабанов, ребята. Он только выходной круг. Сорян, сорян. А вот кто идет с улучшением. Пока что Пантелеев, но он довольно далеко. Нападовский перебивает Германа Каламина. Небольшую ошибочку я допустил. Думал, что Пантелеев находится позади Назарова. Вернее, Шалабанова. Но это была ошибка. И Нападовский ставит результат 1.32 и 824. О боже. На 0,06 быстрее,
чем Герман Каламин. Поляков на своей фане формулы. Жалко, мы не видим дельту, идет он с улучшениями или нет, но тем не менее, два левых. И... небольшое улучшение, но недостаточно, чтобы обогнать Кисляка. Назаров! 1:32.813. Воу, промежуточный полпозишн от команды Вилат Рейсинг Тим. Смотрим, чем ответит его партнер по команде Алекс Шалабанов. Он же Шелик. Улучшил на 0,8, ребята, и на четвертую строчку сразу же выстреливает. Отличный результат. Как дела у Рябков? Рябков, судя по всему, сейчас... либо поедет в боксы, либо поедет... да, заезжает в боксы Рябков. Что ж, 5 минут остается до конца. Квалификация. Промежуточный пол у Назарова. Вы представляете себе? У Дмитрия Назарова промежуточный пол позишн. Позади него Олег Наподовский. По прозвищу художник. Не я его дал, честное слово. Третья строчка. Герман Каламин. Четвертый Шалабанов. Пятый Головинов. И на шестой строчке Юрий Кисляк. Интересно, чем ответят Тарабукин и Бученков. Давайте как раз посмотрим, где сейчас движутся эти ребята. Бученков, по-моему, выигрывает 1/10 самого себя. Это довольно мало. Вовремя я переключился с него, да? На самом интересном месте, как говорится. Возвращается в боксы, по-моему, не совсем по правилам, но... за кем еще интересно понаблюдать? Это за Тарабукиным. Андрей Тарабукин. Пол позишн. 1:32.5. Воу. Воу. Если бы здесь можно было сказать одно слово, я бы сказал, что он заставил сделать своих соперников. Но я не буду этого говорить, ребята. Скажем, более приличными словами, заставил понервничать, мне кажется, сейчас Назарова, Наподовского и Каламина. А именно эти три пилота вышли из 33 секунд. Очень много отыграл Андрей. Кирилл Медников рассказывал то, что очень серьезно готовился к этому этапу. Лишь сегодня, перед началом нашей трансляции, он сказал то, что он проехал целых 3 часа. Вы представляете себе? Нет бы гонку смотрел, а он тренировался. Давайте посмотрим за представителем команды «Самые слики». Есть здесь болельщики «Самых сливков», ребят? Давайте в чатике поактивнее. Сейчас начнем войну команд, кто за кого больше болеет. Отправляется на свой быстрый круг Кирилл Медников. Самый сликанный на болидах Феррари. Чтоб Феррари так в нынешнем сезоне себя показывали, как Кирилл Медников это делает. И приходится отдуваться Кирилл Медников за настоящие Феррари. Фанни Формула вам бац! Мы видим здесь болельщиков Фанни Формулы. Небольшую ошибку сейчас допускает Кирилл Медников. Выходной круг у Бученкова. Олег Наподовский тоже выезжает на свою, видимо, последнюю попытку. Кателев показывает 1:34. Не знаю, будет он продолжать или нет. Скорее всего... вяленько движется по трассе.
Давайте я быстренько пробегусь по пилотам, которые у нас здесь имеются. Может быть, кто-то уже идет на быстром своем круге. Юрий Кисляк, например. Уже отыгрывают 1/10 самого себя. Владимир Башмаков Рейсинг. Все дружно передаем в чатике привет Эндрюсу Люткевичу. Ждем его скорейшего выздоровления. Слава богу, он здоров. И находится в полном расцвете сил. Возвращение в Формулу Zero. Давайте, ребят, поддержим Дрюса в чатике. Я думаю, ему будет максимально приятно. Он долго работал над этим чемпионатом, чтобы все мы могли наблюдать за ним прямо здесь и сейчас. Я думаю, все вы скучаете по нему так же, как это делаю я. Проходит эту шпильку Юрий Кисляк очень уверенно. Но впереди может помешать трафик. 3/10 уже отыгрывает у самого себя. Переключаемся на бортовую камеру. Рябков впереди. Ну, вроде неплохо пропустил он Юрия. Но, тем не менее, мы могли заметить, как Юрий немножечко дернул руль. Возможно, потерял какие-то. 10-й на Подовский пропускает. Очень корректно. Не просто так ему дали прозвище художник, хоть это был и не я. И последняя связка двух левых. Улучшил, отодвинул Головинова. А, Назаров только на выходном круге, ребят, сорян. Сорямба. Но я думаю, всем нам интересно понаблюдать за вот этим пилотом. Немножечко я заговариваюсь, потому что сегодня вообще не говорил, ребят. Но дайте мне разговориться, и надеюсь, больше не буду запинаться от слова совсем. Напомню, первая тройка. Андрей Тарабукин, Дмитрий Назаров и Олег Наподовский. На четвертой строчке Герман Каламин. Происходят небольшие изменения у нас. Классификации пилотов. Сумасшедшее торможение до второй передачи. До 60 с 330. Одну десятку отыгрывает. Этого недостаточно, чтобы догнать Андрея Тарабукина. Этого недостаточно Олегу. Напомню, что время квалификации подошло к концу. Последний левый. Первое место! Полпозиция! Полпозиция у Олега Наподовского! Отыгрывает он 60... О, ошибка у Дмитрия Назарова! Не сможет он уже отодвинуть Олега Наподовского. Вот так досадно. Смотрим за Тарабукиным. Сейчас как раз он выезжает в то место, где и тоже ошибается. И Назаров мешает. Ну, там он и сам ошибся, вы видели. Но из-за Назаров, конечно, очень неудачно начал разворачиваться. В общем, вот эта череда событий. Герман Каламин. Третья строчка. Назарову вам дали дисквалификацию. Очень интересно. Очень интересно. А вы были к такому готовы, господа? Я нет. Мельников уже без улучшения. Все, больше никаких изменений не будет. На ваших экранах итоговый результат. Олег Наподовский, представитель команды ATB F1 Team. Второе место. Постой Рос Андрей Тарабукин, которому не удалось перебить время Наподовского. И сам ошибся, и Дмитрий Назаров немножечко помешал. Третья строчка у Германа Каламина. Четвертый Поляков, пятый Рябков, шестой Бобовников. Шалабанов на седьмой строчке, восьмой Кисляк, девятый Головинов. Я буду постоянно, видимо, запинаться на этой фамилии, ребята. Я его даже не видел, на самом деле. Курдюков. Вот так. 10-я строчка. Медников 11-й. Пантелеев 12-й. Струценко 13-й. Бученков 14-й. 15-й. Шеварталов Ярослав. 16-й. Костин. И давайте дальше посмотрим, кто у нас находится. Ну, 16-й Костин и 17-й.
как раз-таки дисквалифицированный Назаров. Увы и ах. Напомню, что здесь сегодня сражается 10 сильнейших команд. ATBF 1 Team на болидах Mercedes, прошу прощения. Поста и Росса на Альфа Тауре. Гоночные атлеты Елкина на болидах Williams. Фанни Формула Вамбас. Много болельщиков этой команды здесь с нами сегодня на болидах Рено. Лада Рейсинг Клаб, победители прошлого чемпионата Формулы Зеро. Прошлого сезона на болидах Макларен. Самые слики. Феррари. Владимир Башмаков Рейсинг. Хас. Вилат Рейсинг Тим. Ред Булл. Сим Рейсерс Ру на Рейсинг Поинтах. И на Альфа Ромео МФЦ Рейсинг. Судейский беспредел. Ребята, отключили этот... САП в чате. А то у нас чатик какой-то неактивный, ребята. Обратите внимание на резину. Все вплоть до 10-й позиции, само собой, на софте и медиум, все остальные пилоты. Предлагаю наблюдать старт за шоу-таймом Поляковым. Он может захватить, потому что и лидеров, и тех, кто движется позади него. Очень интересное противостояние. Нападовский, Коломин, Поляков. Здесь не хватает Тарабукина и Назарова, которые показали хорошие результаты. ATB Team. Гоночные атлеты. Фанни Формула. Остаются считанные минуты. Шеварталов получает дисквалификацию. Остаются считанные, наверное, минута, может быть, даже поменьше. До начала первого гран-при Вьетнама в формуле Zero. Мы можем лишь сейчас догадываться, что нас ждет впереди. Но будем надеяться, что это будет что-то захватывающее. Не менее захватывающее, чем гонка, которая была сегодня. Да, борьбы на трассе было не так уж и много, но согласитесь, когда вы еще видели такое количество крашей? А у нас есть пилоты, которые, ну, я бы не сказал, что любят краши, но так или иначе как-то попадают в них. И... скрестим пальцы, чтобы оператор Codemasters не подвел нас. А то вот с таких планов вообще непонятно, что происходит и кто кого атакует. Ну что, желтые флаги. Гаснут огни. И... вот теперь гаснут огни, и болиды срываются с места. Замечательная камера, приходится мне сменить. Смотрите, Нападовский очень уверенно стартанул и оторвался. Поляков уже пытается бороться с Германом Коломиным, но Коломин хорошо обороняется и не пускает. Рабукин вырывается немножечко вперед. Сейчас по внешнему он объехал. Все, визави Бобовникова. Бобовников позади, там с Шалабановым склеснулся, и Шалабанов смог отстоять свою позицию и выиграть это место. Сразу же попытка атаки на Шелика. Но торможение в пользу Алексея. Забирает он, удерживает, вернее, свою позицию, свою шестую строчку. Позади Бученков ошибается. Давайте быстренько переключимся на него, посмотрим. Не так уж сильно он проигрывает. Тут явно есть какие-то небольшие контакты между ребятами. Не поделили они явно траекторию. Возвращаемся к лидерам, а именно к Тарабукину, потому что бок о бок он сейчас борется с Виктором Рябковым. Да, забирает немножко слипстрим Рябков, но и недостаточно ему. Перед этой шпилькой пытался сейчас задайвбомбить Шелик.
Мы знаем то, что у него не очень хорошо получился дайв-бомб в Гран-при Италии. Это стоило ему массы позиций. Идем дальше по трансляции. Рабукин пока что очень близок. Наверное, самый близкий. Пилот по расположению к другому пилоту. Тут у нас камера немножечко сейчас прыгала, да? Вы заметили? Сидит на хвосте у Николая Полякова. Позади идут какие-то у нас инфографика, что ли, залагал, или кто-то ошибся. Желтые флаги в третьем секторе. Это ошибка Костина. Костин выбывает из гонки. Больно мне на такое смотреть, потому что в прошлом этапе Костин точно так же сошел с дистанции. Буквально тоже заехал в боксы и выбыл. Этот пилот достоин большего. Но постоянно что-то не клеится у него. Владимир Башмаков Рейсинг на болидах ХАС. Пока у нас прыгает инфографика, будем смотреть за Головиновым, который очень близко к Бобовникову. Лада Рейсинг Клаб против Фанни Формула Вамбатс. Сумасшедшая длинная прямая. 320. Ох, вы видели? Чуть не устроил брейк-тест Бобовников Головинову. В первом секторе Поляков. Нет. Стоп, а Костин-то не выбыл. Его бот продолжает. Это Бученков, ребят. Нет. В общем, на бота я переключиться, к сожалению, не могу, чтобы показать вам, что это был бот, но тем не менее. Тарабукин разменивается позициями с Поляковым. Их противостояние пока что не окончено. Но вот где еще не окончено противостояние, это в этой паре. Бобовников и Головинов. Очень близко два этих пилота. Кварталов там вовсю атакует. Струценко. Борются два этих пилота на трассе. Но я подержу вас на этой паре. Мне немножечко это напоминает на самом деле Италию. Там тоже Шалабанов возглавлял своеобразный паровозик. Смотрите, Тарабукин уже немного оторвался от Полякова. Первый сектор, желтые флаги. Курдюков там явно ошибся. И сейчас все пилоты обходят его. Даже если вот следить по мини-мапе. Видно то, что бок о бок сейчас Пантелеев обходил его. И сейчас Шеварталов будет уже обходить. Давайте я даже покажу вам, наверное, это противостояние. Это, наверное, даже противостоянием-то нельзя назвать. Шеварталов, все? Вы видели этот подлак? Шеварталов покинул лобби. Бученков пользуется этим и сразу же обгоняет двух представителей команды Team Racing Ru. Team Racer Ru, прошу прощения. А здесь битва продолжается. Бобовников на Шалабанова. И именно так. Я ничего не напутал, потому что Шелик был впереди все это время. Да, тройка этих пилотов горячее, чем мы могли подумать. Чем нам могло показаться. Три круга позади. Сейчас пилоты немного разъедутся, и можно будет как-то поспокойнее, мне кажется, следить за противостояниями. И я смогу вам показать лидеров. Но пока устно объявлю то, что Олег Нападовский как бы не пытался оторваться от Германа Каламина, но ничего не получается у него. Герман держится в 70-х позади. Пантелеев, вы смотрите, как пушка. Видимо, была ошибка у Струценко на выходе. Поэтому Пантелеев так резко его обогнал, что я даже не успел переключиться. Я видел, как 10-е там уходят, и переключился в самый последний момент. А сейчас инфографика вообще отказалась что-либо показывать. К слову, давайте я вам верну резину. Все же знают то, что резина гораздо интереснее, чем какие-то там обгоны. Да? Алексей Шалабанов, представитель команды Vilat Racing Team, возглавляет этот паровозик. Бобовников, следом за ним Головинов и Кисляк. Наблюдает за всем этим противостоянием. Лобанов обороняется, не пускает ребят.
Это играет на руку и Юрию Кисляку, и партнеру по команде Шалабанова, именно Дмитрию Назарову, который так неудачно дисквалифицировался. Мог стартовать среди лидеров, но начал возвращаться на трассу. А именно вот это вот неудачный разворот, неудачно разворачиваться. О чем, я уверен, он сейчас жалеет. Давайте все вместе перекрестим пальцы, чтобы инфографика обновилась, чтобы я видел, за кем стоит следить, за кем нет. Пять десятых Коломин. Не отпускает Олега Нападовского вообще. Напомню, что это представители команды ATBF 1 Team и гоночных атлетов. На болидах Уильямс. Уильямс против Мерседес. Очень близко. Но еще ближе вот эти ребята. Или все-таки нет? Явно превосходство по скорости. Слипстрим и ДРС, смотрите. Нет, 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 не стал, смотрите, а мог. Мог прожать обгонную кнопку и наверняка получился бы обгон, но выжидает, выжидает Герман Коломин. Возвращаемся к этим ребятам. Колобанов все так же возглавляет эту группу. Переключаемся на Виктора Рябкова, который преследует Полякова. А прочее шоу-тайм. Шестой круг позади. Что касается тактик, дорогие друзья, софт, медиум. Но тогда ребятам придется очень хорошо беречь свою резину. Либо тактика софт, медиум, софт. Как вариант. Третий сектор, желтые флаги. Эта ошибка была от Бученкова. Исходит он с дистанции. Видимо, понял, что не может больше сражаться с ребятами на равных. Минус один представитель команды Поста и Росса. Андрею Турабукину придется отдуваться одному в гордом одиночестве. Неудобно здесь обгонять пилотом. Перемещаем чуть вперед по этой прямой. Где Рябков преследует Полякова. И зря я это сделал. Потому что все-таки Бобовникову удалось. Именно в этот момент, когда я решил посмотреть за противостоянием Рябков-Поляков, все-таки удалось ему обойти Алексея Шалабанова. И давайте в этот раз не будем уже переключаться с Шелика. Потому что здесь явно что-то назревает. Головинов уже долго сидел позади Бобовникова и Алексея. И явно хочет присоединиться к этому противостоянию. Вот он, болид Lada Racing Club. Небольшая блокировка переднего левого. Держит на мушке Алексея. Я думаю, дождется как минимум выхода на скоростную прямую, где будет пытаться уже атаковать. Рябков сейчас тоже был довольно близко. Очень интересно следить именно за этими пилотами. Что в прошлом этапе в Монце, что здесь. Lada Racing Club не дает нам расслабиться. Не получается ничего у Головинова. Так же, как... И у Рябкова нет, смотрите, все-таки на позднем торможении. Но мне кажется, даже здесь немного ошибся, и Поляков... Хорошо не стал закрывать окно.
Может быть, немного не по правилам была попытка этого обгона, но тем не менее. Смотрите, Шелик тоже не отпускает. Бобовников не может уехать. Все-таки ДРС здесь дают очень много. И Slipstream в том числе. Первому ехать гораздо тяжелее, чем второму там или третьему. Рябков в 0,4, очень близок. Восемь кругов уже позади. Впереди еще 20 кругов дистанции. И самое интересное начнется, когда ребята начнут менять резину. Лада Рейсинг Клаб. Фанни Формула Вамбац. Вот он, затяжной левый поворот, потом правый. И выход на скоростную прямую. Рябков в 0,2 позади Полякова. Выныривает. Поравнялся он с болидом Полякова. Замечательный оператор показывает нам это противостояние. И забирает себе четвертую строчку. Небольшая блокировка переднего правого. И сносит немножечко задний мост, но тем не менее отлавливает свой болид. Смотрите, как близко шоу-тайм. Кстати, происходит небольшой размен позиций Шевырталова и Пантелеева. Видимо, Шевырталову все-таки удалось вернуться. И Трабукин размен местами с Каламиным. Потому что Трабукин заезжает в боксы. Хочет совершить своеобразный, наверное, андеркат. Не знаю, хватит ли ему такого времени. То есть там между ними было, само собой, не как между Олегом Нападовским и Каламиным. Там было чуть-чуть побольше, но тем не менее. Хватит или нет? Вот в чем вопрос. И вопрос еще в том, где выйдет Андрей Трабукин. Олег потихонечку уезжает от Германа. Труценко получает 3 секунды. Берите на карандашик, дамы и господа. Движемся немного вперед, где Дмитрий Назаров и Медников. Трабукин очень близко, извините, я переключаюсь, да, и попадаю как раз на противостояние Трабукина и Пантелеева. Это был довольно простой обгон для Андрея. Пантелеев на старом медиуме. И без крыла ДРС ничего не мог противопоставить Андрею. Олег Нападовский не останавливается, так же, как и Герман Каламин. Видимо, эти ребята точно выбрали тактику софт-медиум. Будут тянуть до последнего. Поляков, вы могли подумать, что он ошибся, промахнулся, но нет. Он сделал все как надо, заезжает в боксы, и это его плановая остановка. Назаров очень близок к своему партнеру по команде. 0,2 между этими двумя парнями. Кто помнит и смотрел прошлый этап, там не очень хорошо получилось с Алексеем Шалобановым, когда ребята решили поменяться местами, чтобы Дмитрий Назаров попытался обойти впереди идущую машину. И сразу же после этого объявили выезд сейфти-кара. Ну а два этих парня еще не останавливались, и пришлось принести в жертву Алексея Шалобанова. Отстоял он и пропустил массу пилотов во время этой остановки, во время этого совместного пит-стопа. Трабукин на Шевырталова, бывшие партнеры по команде, борющиеся в Италии и встретившиеся на трассе прямо здесь сейчас. Мертвый медиум против свежего.
Оста и Роса против Сим Рейсерс.ру. Ошибка от Назарова была? Да, поврежден, смотрите, торцевая пластина у Назарова. Видимо, пока мы смотрели за этим противостоянием, сейчас, может быть, камера поймает. Обратите внимание, не хватает правой торцевой пластины. И сразу же этим будет сейчас пользоваться Андрей Трабукин. Хорошая камера от оператора. Назаров сразу же заезжает в боксы. Хорошо, что он еще не останавливался. Медников обошел его. В том противостоянии. Сейчас, смотрите, выныривает как Медников. 3-10. Самые слики и велотрейсер. Первая четверка, обратите внимание, на софте. Все еще едет на софте. Не останавливается, резина их уже, я думаю, очень сильно поплыла. Очень тяжело им держать свои болиды на трассе. Можно даже заметить то, что Медников сейчас наседает на Алекса Шелика. А позади не дремлет Андрей Трабукин, у которого вообще свежий медиум. Вот это будет интересное противостояние. Поста и Роса, самые слики и велотрейсинг тим. Давай, оператор, не подведи нас. Андрей Трабукин пытается, показывается в зеркалах. И тут же Медников, смотрите. Занимает внутреннюю Трабукин. Шелобанов сейчас проиграет две позиции, да. Все, умер его софт. Надо срочно останавливаться. Желтые флаги у нас. Это Медников! Это Медников, ребята! Не вижу я повреждений. Нет, стоп. Да, это Медников. Он, видимо, ошибся на торможении, а из-за замечательного оператора не попал он в объектив. И я вообще упустил этот момент. Тем временем лидеры останавливаются в боксах. Давайте быстренько посмотрим за их пит-стопом. Если, конечно, на трассе ничего не будет происходить замечательного и увлекательного. И также интересно посмотреть, каким вернется Андрей Трабукин. Выиграет он или нет? И да, он оставляет двух лидеров неудел. Поприветствуйте нового лидера, Андрея Трабукина. Другой вопрос в том, что, скорее всего, Андрею предстоит еще одна остановка. А ребятам, которые дотянули до этого момента, до 12-го круга, возможно, уже нет. Не могу не согласиться со зрителем, который пишет про замечательного оператора. Юрий Кисляк сейчас находится ближе всех к своей жертве. А это Виктор Рябков. Хард против Медиума. Рябков что-то подзамедлился. Давайте посмотрим, может быть, у него есть какие-то повреждения. Но вот так вот... Так сразу и не видно. С этой камеры, да? Нет, все в порядке. Все в порядке. Назаров на Пантелеева. Хард. Против Харда, да. Назаров спокойно обходит его. Очень высокий темп у этого пилота. К сожалению, не все хорошо складывается по ходу сегодняшнего этапа у Дмитрия. Инфографики меня сводят с ума. Герман Каламин после своей остановки оказался позади Медникова. Сейчас можем понаблюдать, как работает с переключениями скоростей Герман Каламин. Оставшиеся пилоты заезжают в боксы, кто не совершил остановку. Поэтому у нас сейчас там происходят небольшие размены. И да, спокойный размен позиции с Кириллом Медниковым. Нас кругов в его медиуме. Надеюсь, я не оговаривался и не говорил то, что он останавливался. Тем временем, Шелобанов после своей остановки на 9-й строчке уже очень близко приблизился. Близко приблизился, классная, да, афоризма. Приблизился к Юрию Кисляку, так же, как и Шевырталов Ярослав позади него.
SimRacing Team, SimRacer.ru, прошу прощения, Вилат Racing Team и Владимир Башмаков. Пока что Шалабанов выигрывает одну позицию, этим же пользуется и Шеварталов. И Шеварталов, смотрите, на софте и на Шалабанова сразу же атакует. Производит атаку, оттормаживается и да, не сможет здесь перекрестить Алексей. Превосходство в резине сумасшедшее. Головинов 3 секунды, запоминаем на карандаш. Юрий Кисляк. Знаете, что самое забавное, вот еще я заметил, это то, как из моего видения, да, пропал Головинов, который неплохо боролся на трассе, но сейчас идет с огромным отставанием от Струценко даже, и его уже прессингуют, можно сказать. Тем временем, Шеварталов Ярослав, любимец публики, молодой картингист, уже держит у себя на прицеле Виктора Рябкова, Lada Racing Club. Полида Макларенов. Софт против медиума. Пантелеев там тоже близко подобрался к Назарову. Я думаю, за счет слипстрима. Но хочется досмотреть, чем все закончится именно здесь. Что касается лидеров. К слову, у нас сейчас экватор гонки. 14 кругов позади, 14 впереди. Да, Шеварталов спокойно выныривает. Ему хватает времени, чтобы оттормозиться, попасть на Апекс и забрать себе седьмую строчку. И начать свою погоню за Бобовниковым. В общем, что касается лидеров, Трабукин лидирует на 3 секунды, он на 3 десятые оторвался от Олега Нападовского. Третий Герман Каламин. И четвертый пока что Кирилл Медников, который, если верить инфографике, не останавливался. Вот там демонстрирует его болид. И мы возвращаемся к Ярославу, который уже за пару поворотов догнал просто Бобовникова и сразу же обходит его как стоячего. Это очень сильное превосходство в темпе. Вопрос, как долго сможет Ярослав поддерживать этот темп, учитывая, что у него софт. Надеюсь, мы ничего не пропустим, пока что... Я извиняюсь, пока что переключусь на Пантелеева. Но мы следим вовсю за Ярославом Шеварталовым. В любой момент готовы переключиться, посмотреть, что же там с ним происходит. 5 десятых. Боюсь, Пантелеев, Шеварталов поинтереснее. Сорян. Та самая длинная прямая, по ходу которой мы сегодня увидели массу обгонов. Ярослав очень близко. Поляков. Поляков остается не у дел, просто пропускает, да. Он, видимо, понимает, что не стоит тратить времени и рисковать Ярославом, ведь он прекрасно помнит, чем закончилось противостояние в Монце. Его подиум просто так ушел из его рук из-за того, что Ярослав поддел его. Там был тройной контакт, я напомню. Не все поняли, потому что у нас была не самая удачная камера, но как только появились записи с анбордов, все стало ясно, то, что... Ярослав вклинился между двумя болидами и столкнул их между собой. И больше всех пострадал в этом противостоянии, в этом контакте. Именно Николай Поляков. Назаров получает 3 секунды. Потихонечку Олег Нападовский начинает есть отрыв между Андреем Трабукиным и самим собой, собственно, персоной. 2 секунды и 5 десятых уже. Между двумя этими пилотами. Ну а сейчас нам демонстрируют. Фанни Формулы вам бац, на болидах Рено. Позади Головинов разменивается позициями со Струценко из-за того, что тот последний остановился в боксах. Сейчас еще, да, Курдюков его обойдет.
И самая плотная группа пока что не изменилась. Поляков, Бобовников, Рябков. Шеварталов продолжает нагонять. И я думаю, он уже очень скоро нагонит Медникова, потому что у того уже очень сильно поношенный медиум. Давайте переключимся на двух этих ребят. И будем надеяться, что Рябков не предпримет никакой попытки атаки, чтобы это не прошло мимо нас. Хотя там уже 0,4. Но не самое обгонное место. Обгоны в той зоне могут очень чревато кончиться. Шеварталов просто, смотрите, как он держит на прицеле Медникова. Он просто присосался к нему. Настоящий тейлгейтинг. Не будет дожидаться. Не будет дожидаться, да. И Медников понимает, что не стоит наглеть. Лучше пропустить Ярослава. У каждого своя гонка. Возвращаемся к Рябкову, Бобовникову и Полякову. Давайте посмотрим, что у нас по батарейкам. Бобовникова гораздо больше батарейки. Сейчас Рябков в проигрышной ситуации находится. Вот этот круг нам демонстрирует. Затяжной левый. И выход на длинную скоростную прямую. На Подовский съел еще 5 десятых у Андрея Тарабукина. Герман Каламин проигрывает уже почти 5 секунд Олегу Наподовскому. Так выглядит первая тройка. Шеварталов пока что в 9 секундах позади лидера, если можно так сказать, да? Ну, не лидера, вернее, а Германа Каламина на своем софте. Человек, который действительно вызывает неподдельный интерес к своей тактике. Там у Полякова, по-моему, была небольшая ошибочка. Скоростная змейка местами может напомнить кому-то и Монако, и Азербайджан. Ну а если убрать отбойники, то может быть и США, не знаю, кому-то напомнит. Рябков очень близко. Назаров получает 5 секунд. Превышение скорости на питлейне. Смотрите, уже 1,5 секунды между Наподовским и Тарабукиным. Третий сектор. Это, видимо, в боксах что-то с Назаровым там случилось. Из-за этого желтые флаги. Несмотря на то, что Медников уже 17 кругов движется на своем комплекте Medium, у Полякова не получается приблизиться к нему еще ближе. То есть он не ложками ест разрыв. Назаров покидает сессию. Ну, не выдержал парень, понятное дело, то, что гонка вообще пошла не по его плану. Все было очень хорошо, но, увы. Наверное, он винит себя за то, что вот зачем он начал там разворачиваться в этой последней связке поворотов. Все могло быть совершенно иначе. Или иначе. Поляков уже в 80-х позади Медникова. Медникову очень тяжело, обратите внимание, все останавливается в боксах, все правильно делает. Понял то, что ребята уже начинают наседать. И самое время для того, чтобы совершить остановку. Одна и три между Наподовским и Тарабукиным. Олежа продолжает уменьшать разрыв. ATB F1 Team против Поста и Росса. Медников выезжает на софте. Постараемся следить за ним. На 11-й позиции возвращается на трассу. Будем следить за ним, потому что ему впереди... И смотрите! Битва
ребят из одной команды, Бобовников и Поляков. Бобовников забирает себе сейчас пятую строчку. Я думаю, Рябкову не очень устраивает такой расклад. Давайте, знаете, что сделаем? Посмотрим заряд батареи у Полякова просто сумасшедший. У Бобовникова половина от заряда Полякова. Так что опять у Рябкова не самая лучшая ситуация. Герман Коломин и Трабукин. Трабукин останавливается в боксах. Вот как раз то, о чем я вам и говорил. Еще одна ранняя остановка от Андрея Трабукина. То есть он еще раз попытался предугадать. Если первый раз все получилось, получится ли здесь? Потому что смотрите, где он может вернуться. Но нет, все-таки вернется он гораздо раньше, прошу прощения. И впереди целых 5 секунд свободной трассы. Никто не будет ему мешать. Я пытался сейчас посмотреть на закрылки Полякова, думаю, может, поэтому у него из-за закрылок темп немножечко потерялся, но нет. С закрылками все в порядке. Может быть, просто трасса не очень подходит. Если у Андрея Трабукина не будет никаких проблем с Ярославом Шеварталовым, а их, по идее, быть не должно, то он пока что идет на победу. Обгонный режим. 340 практически Поляков обороняется. Но на торможении посмотрим. Может быть, по внешне получится все-таки. Смотрите, не отпускает Рябков. Боюсь менять камеру. Боюсь, оператор какую-нибудь хрень покажет. Сорян. Нет, вынужден сдаться здесь Виктор. Хорошая попытка. Но Полякову палец в рот не клади, откусит. Даже ценой собственных зубов. И Шеварталов, смотрите, 6 кругов проехал и заезжает в боксы. Нет, нет, не может быть! Прямо здесь, Рябков! Воу! Воу! Рябкову удалось положить палец и остаться с ним. Вот это интересно. Давайте посмотрим за Медниковым, потому что все-таки говорил я, что последим мы за ним. Человек, который долго тренировался к сегодняшнему этапу. Самые слики сейчас обходят болид ATB F1 Team на болидах Mercedes. А своей остановкой Ярослав Шеварталов предоставил еще более чистую трассу Андрею Трабукину. И это сейчас играет все, конечно же, ему на руку. И все играет против Олега Нападовского. Знаете, это не может не радовать на самом деле. Если мы вспомним прошлые этапы, то мало кто мог навязать борьбу Олегу Нападовскому. Иногда были какие-то моменты, само собой, даже тот самый Ярослав Шеварталов. Но тем не менее, обычно, когда Олег стартовал из хвоста пелетона, да, он спокойно... Там, ну, иногда с борьбой и так далее добирался до хороших очков или даже до победы. Иногда ему борьбу навязывал Арсен Карданов. В общем, все было как-то так, из раза в раз. Сейчас же противостояние довольно серьезное на самом деле. Пилоты подтянулись. Я не думаю, что это Олег Нападовский, знаете, ремень как бы расслабил и Поляков останавливается. Да, Поляков один-единственный останавливается. А позади Шалабанова сейчас Ярослав Шеварталов. У Шелика старый медиум, а у Шеварталова новый софт. И спокойно обходит его в первом повороте. Без каких-либо проблем. Происходят еще размены позиций, но это все за счет остановки Полякова.
Я вот вижу комментарии, люди пишут, типа, не могу понять, как проезжать вообще этот поворот и так далее. Именно поэтому стоит заходить на каналы стримеров, которые стримят в прямом эфире, ну, либо потом пересматривать их трансляции, потому что можно как раз набраться опыта и понять, как же тот или иной пилот проходит тот или иной поворот. И что-то для себя интересное подчеркнуть, поэтому, ребят, не забывайте присоединяться и поддерживать таким образом пилотов, им будет очень приятно. И плюс, вы можете послушать Team Radio. Team Radio — это всегда интересно. Кварталов со своим сумасшедшим темпом уже нагнал Рябкова. Смотрите, как близко. Я думаю, обойдет прямо здесь. Вот по завершению этой прямой. Оу, немножечко огрызается Виктор, но тем не менее, все в пределах правил. Блокирует преднее левое. Да, и Рябков пропускает его. Я думаю, Ярослав не ожидал, что Рябков немножечко так посторонится, знаете. Покажет, что эй-эй, ты обгоняй, но совесть-то знай, имей. Головинов заезжает в боксы. Медникову 2 секунды до Кисляка. А мы следим за Бобовниковым, который преследует Пантелеева. Который движется на харде, который уже не будет останавливаться. Ну, само собой. Свежий софт против харда. Не самого нового, но тем не менее. И Бобовников забирает себе 9-ю строчку. Пантелеев на грани выбывания из очковой зоны. И отобрать у него это очко может как раз-таки тоже любимец публики Николай Поляков. Возвращаемся к лидерам. 4 круга до конца дистанции. И весь вопрос в том, насколько хорошо ребята сохранили свою резину. Свой комплект медиума. Олег Нападовский. Можно не сомневаться, что сохранил хорошо. За Коламины с такой же уверенностью сказать не могу. Но позади молодой и резкий Андрей Тарабукин. Очень близко. Атлеты Елкина против Поста и Росса. И очень спокойно и уверенно, да. Здесь Коламин ничто не мог противопоставить. Уверенный обгон. Можно даже сказать, что как любой обгон Феррари в сегодняшнем этапе. Такой же уверенный. А Медников тем временем догнал Юрия Кисляка. Старый хард против молодого и пилота, и медиума. Самые слики. Владимир Башмаков Рейсинг. Поравнялись болиды, но максималочка за Медниковым. Закрывает, даже успевает он закрыть траекторию. И спокойно входит в поворот, попадая на апекс. Впереди Алексей Шалабанов. Но хватит ли, хватит ли? Я думаю, что нет. Я думаю, что не хватит этого времени. И я пропустил... Извиняюсь за это противостояние Пантелеева и Полякова. Поляков все-таки смог нагнать и забрать себе 10-е место, очковая зона. Показываю вам Олега Нападовского. И можно вдали увидеть Тарабукина. Буквально этот поворот разделяет этих двух пилотов. Но мы возвращаемся в гучу событий. К Бобовникову. Поляков там тоже недалеко, на самом деле, если так посмотреть. Бобовников следующий, кто будет, будет пытаться обогнать Юрия Кисляка. И Юрий сейчас не позавидуешь. Пока что он еще в ДРСе Медникова, но вот будет ли он в ДРС следующий прямой.
Вот в чем вопрос. Но Бобовникова слишком серьезная. Перевес. Да, открывает свое крыло Кисляк. Бобовников немножечко поджимает кнопочку обгона. Режим вечеринки, как он называется. Поравнялся с Юрием, и Юрию придется оставить траекторию. Не закрывать окно. Бок о бок! Но нет, все-таки этой прямой уже хватило Бобовникову, Алексею Бобовникову, чтобы обойти Юрия Кисляка, оставить его немножечко не у дел. Возможно, его теперь нагонит Поляков Николай. И, возможно, нас также будет ждать противостояние между Медниковым и Бобовниковым. Вопрос лишь в их темпе. 26 кругов позади. Вернусь к лидеру. 14 кругов в его медиуме. Можно увидеть то, что есть затертости у Олега. И на данный момент даже на дальнем плане не видно Андрея Тарабукина, который на самом деле находится не так уж и далеко. Возвращаемся вглубь пелетона, а именно к Бобовникову, который на самом деле очень быстро подобрался к Медникову. Если мне казалось, что ну, Медников может даже и уедет, то нет, Бобовников так не считал. И быстро срезал ту секунду, которая между ними была, и уже находится в крыле, в слепстриме. И эта длинная прямая сейчас на его стороне. Медников, самые слики, даже не пытается обороняться. Нет, немножечко смотрите, выталкивал он сейчас. Пытался выйти, оттеснить Бобовникова, но... И смотрите, крестит Медников, не пускает просто так. Колесо в колесо, самые слики и Фанни Формула вамбац. Да, забирайте, блокирует переднее правое. И может быть сейчас будет Бобовников пытаться контратаковать. Там позади, вы видели, был размен Полякова и Кисляка. Но все внимание пока что за этими парнями. Здесь очень опасно бороться. Сейчас будут подъезжать к последним двум поворотам. Алексей Бобовников и Кирилл Медников. А после нее довольно интересная прямая, после которой мы видели массу попыток обгонов от того же самого Ярослава Шеварталова. Давайте сменим камеру, посмотрим вот так с онборда. Выныривает. Поравнялись два болида. И здесь, я думаю, спокойно Поляков забирает себе. Да, Медников по внешней пытается. Очень широко. Очень широко. Противостояние продолжается. Теперь слепстрим на стороне Кирилла, ребят. И сразу же контратака. Очень спокойно и уверенно Кирилл Медников забрал себе седьмую строчку, но Бобовников не будет сдаваться. А кто не будет сдаваться точно так же, как и Алексей? Это, конечно же, наш хороший друг Николай Поляков, который уже тоже подобрался в слепстрим и в крыло ДРС. Опять обороняется Кирилл Медников. Очень сильно прижимал он Бобовникова, но сейчас... Оу! Вот это, может быть, даже был своеобразный брейк-тест против Медников. Медников опять находится внутри. Второй круг подряд. Нет, все. В этот раз Алексей Бобовников завершил. Немножечко сорвало там мост сейчас Кириллу Медникову. И, может быть, будет опять попытка атаки уже в этот раз с партнера по команде. Алексея, именно с Николаем Поляковым. Как-то странно я склонял сейчас фамилию. Но такое бывает, это издержки, ребята, издержки. Ох, блокирует свое переднее левое. Тем временем не забывайте следить за лидерами. 1,5 секунды между Олегом Нападовским и Андреем Тарабукиным. Сильно поношенный медиум у Олега Нападовского. Но я думаю, что не хватит. Не хватит Андрею этого. Или все-таки хватит? Давайте до выхода напрямую я покажу лидеров. Вот насколько близко они находятся. 1,3 секунды, но слишком необгонная зона впереди. Я думаю, что, скорее всего, Олег переиграл, перерисовал Андрея.
А вот что сейчас нам будет очень интересно. Противостояние этих трех пилотов. Те находятся в крыле друг от друга. Олег Наподовский, смотрите! И Андрей Тарабукин, 0,6! И мы поздравляем Олега Наподовского и Андрея Тарабукина! Это было замечательно, но вернемся и к этому противостоянию. Здесь больше не было никаких смен позиций. Герман Каламин сейчас пересекает финишную черту, третье место. Четвертый Ярослав Шевурталов. По крайней мере, на данный момент. И опять самый необгонный сектор. Боюсь, здесь все уже сказано, все расставлено по своим местам. Никто не отыграл больше никакую позицию. Штрафов пока что, ну, вы видите, то, что из-за штрафов никаких разменов нету. И, кстати, мне вот понравилась тактика Курдюкова. Он переоделся на дождевой комплект резины. Он, видимо, хотел попасть на камеры. И давайте поощрим парня за такой выбор. Он, возможно, хотел подрифтить. К сожалению, сейчас за него уже управляет бот. И он не может этого сделать. Но, тем не менее, мы можем заметить, что темп у него выше, чем у представителей других комплектов. То есть он видит, как он нагнал их и уперся в ребят. Олег Наподовский. Что тут можно сказать? Хоть его и называют художником, но здесь было все как шахматные партии. Знаете, холодный расчет. Ярослав Шевурталов выбирается пилотом дня. И мы приветствуем Олега Наподовского на подиуме. Команда HEB F1 Team. Андрей Тарабукин, вторая позиция. Поста и Роса. И на третьей строчке, если я ничего не путаю, Герман Каламин. Хорошо начал, но не очень хорошо продолжил. Это был первый Гран-при Вьетнам Формулы Зеро. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Давайте пробежимся по итоговому протоколу. Первую тройку я уже обозвал. Четвертая позиция у Шевурталова. Пятый Рябков. Шестой Шалабанов. Поздравляю, Алекс, с хорошими очками. Седьмая позиция Бобовников. Восьмой Кирилл Медников. Девятый Поляков. Шоу-тайм. Десятый Юрий Кисляк. Владимир Башмаков Рейсинг берет себе очки. Одиннадцатая позиция Пантелеев. Двенадцатый Головинов. Тринадцатый Струценко. Четырнадцатый Курдюков, который показывал нам отличные возможности дождевой резины. Пятнадцатый Назаров, у которого абсолютно все пошло не по плану. Очень жаль. Шестнадцатая позиция Бученков. Семнадцатый Костин, у которого тоже все было очень плохо, так же приблизительно, как и в Монце. Воу! И лучшее время, обратите внимание, Головинов, так же, как Пантелеев в Монце, отобрал лучший круг, но не получил за это очко. В этом этапе это его, так скажем, достижение повторил Головинов Георгий. И очень непривычно видеть его на такой низкой позиции, учитывая, как высоко он располагается в личном зачете, дорогие друзья. Что ж, наша трансляция будет потихонечку подходить, ну, вернее, она уже подходит к своему логическому завершению, ребят. Надеюсь, вам все понравилось. В этот раз, фух, было как-то душновато на самом деле, но борьба присутствовала на трассе, и присутствовали ошибки пилотов, много борьбы, масса обгонов. Особенно от Шевурталова и нашей группы, и представителей команды Lada Racing Club, которые не давали нам расслабиться, особенно в начале этапа. А потом их эстафету подхватила Funny Formula Wombats. Не забывайте переходить по ссылочкам и присоединяться к нашему Discord-комьюнити, к Формуле Zero. Может быть, именно ты станешь следующим победителем в следующем сезоне, конечно. Но этого не будет, это будет Олег Наподовский, спойлер. Шучу-шучу. Ребята не по годам развиваются, и уже сейчас Олегу становится непросто.
Вот, поддерживай пилотов, также переходи по ссылочкам на их трансляции, смотри уникальный контент. Сейчас Олег наверняка дает хорошие ответы на вопросы, которые аудитория ему задает. Поэтому, ребята, не пропустите, заходите. Очень многие пилоты потом общаются с своей аудиторией, разбирают какие-то моменты, этапы, которые у них не так сложились или так сложились. В общем, не забывайте их тоже поддерживать. И, ребят, если вам понравился я, также переходите по ссылочке на Iceman 3D Group. И мы будем дальше с вами двигаться по пути Формулы-1 и не только. С вами был Василий Хрусталев, Iceman 3D. Большое спасибо. Большое спасибо, говорю, ребят, за то, что были здесь с нами сегодня. Всем пока, до следующей недели. Гран-при Бразилии, это будет круто. I know if I go, I'll die happy.